Хочу вам дать такое упражнение, очень интересное, которое называется «Денежный поток». Опять-таки, это связано с энергией воды. Все хотят процветания в новом году, тем более, что мы знаем о том, что там элемент богатства как раз и отсутствует. Поэтому нужно всячески помогать, скажем так, процветанию, найти дорогу в наш дом. Поэтому что я вам рекомендую? Перед полуночью, перед тем, как вот еще как не наступила полночь, что нужно сделать? Нужно набрать в ванну холодную воду. Побольше, да, и положите туда одну, вот здесь вот нужна живая веточка, так уж и быть, попросите у елочки разрешение на одну веточку, либо, может быть, у соседей попросите, кто все-таки срубил там елку, купил живую, да, попросите одну-две веточки живой елочки, положите в ванну, и пусть она там полежит. Потом, смотрите, сразу же после наступления Нового года возьмите эту, внимание, да, вы берете веточку елки из воды. В этот момент вы включаете поток воды, и так, чтобы вода уходила из ванны, чтобы там прям был вот такой вот поток такой, да, и ходите по часовой стрелке по своей квартире либо по дому и обрызгивайте этой веточкой свою квартиру водой. Можете взять ведерко из этой ванны, да, и вот таким образом обрызгивать и говорить следующее. Открываю двери денежному потоку, а в это время у вас вода течет в ванной. Да? То есть мы понимаем, вода течет, а мы в этот момент обрызгиваем наши стены и говорим, открываем двери денежному потоку, убираю преграды и препятствия, запускаю механизм богатства. И таким образом вы ходите и обрызгиваете все стены своего дома. Вот такой ритуал называется денежный поток. И заметьте, только тогда, когда вы уже обрызгали все ваши стены, обрызгали весь свой дом вот этой вот денежной такой хвойной водичкой, ритуал можно завершить, воду можно закрыть. И коль скоро уже веточка у вас все-таки живая, вот эта елочная веточка, вы можете ее торжественно поставить в какую-нибудь вазочку, украсить вот каким-нибудь бантиками, либо золотыми какими-то шариками, и пусть она вас радует.